Всем привет! Сегодня в кадре три посылки. Начнем с самой тяжелой. Добротно упаковано. И здесь аксессуары для экшн-камеры. Это липучка. Самая обычная липучка. Что-то типа этого. Таким вот образом будет крепиться. Так, это понятно. Далее, это дополнительно я заказал переходничок. Не помню уже на что. И нагрудный ремень, точнее камера одевается на плечо, не нагрудный. Такая подушечка. Значит, переходничок где-то у меня еще один есть. Короче, вот такой вот ремешок. Все норм. Так, далее так, это фляжка. Фляжка тоже заказывалась к походу. Ниточки торчат, ну ничего. Мешок. Так, открываем, смотрим. Made in China. Китай. Ясный. Ну, запах пластика присутствует, но не ярко выраженный, не сильный запах. Нормально. Но я жаловался, что сильный запах, и здесь он не сильный. Чехольчик, кстати, внутри байка. Так, по заявке продавца, по-моему, она 850 миллилитров. Сейчас померяем сразу жидкость. Здесь полторашечка воды. Двести пятьдесят. Еще раз. Двести пятьдесят. И еще раз. Уже где-то под верхом. Ну, практически вот она уже полная. 750 залил. Ну,
Хорошо, вольем еще 100. Посмотрим, где будет ровно 800. Пока 100 вольем. Как раз будет 850. Ну вот, под завязку и где-то 0,25 миллиграмм осталось. Короче, из 850 где-то 800 сюда влезет полезного объема. С этим понятно. Так, и третья посылочка. Это перчаточки. Вот эта вот часть, это резина. Очень мягкая резина. Липучки. Вот эта часть немножко тянется. Плотновато, конечно, налазит, но, в принципе, зато сидеть будет хорошо. Раз. Два. Вот такие перчатки. В принципе, ничего, ткань мягкая. Здесь тоже такая пластмассовая напайка внутри для цепкости. Ну, края вот эти вот, конечно, слабенько прострочены, видно, просто обрезаны. И... Ну, цена соответствующая. На этом все, друзья. Всем всего доброго и пока. Твою-то мать, а как же их снимать-то?